В эти минуты на Самара-арене уже идет матч 1/8 финала чемпионата мира. Соперники – Бразилия-Мексика. Накануне сборные провели тренировки и рассказали журналистам, что готовы дать бой. По словам Тиаго Силва, игрока Бразилии, матч будет великим. Нужно постараться сделать как можно меньше ошибок, потому что каждая ошибка может привести к покиданию чемпионата. Мы 4 года вели подготовку к этому турниру, нам нельзя терять концентрацию. Я думаю, что игра будет сложной. Мексика из того, что мы видели в групповом этапе, заслужила выход в плей-офф. Я думаю, матч будет великим. Отступать от мечты стать чемпионами мира не намерена и команда Мексики. До турнира сборная занимала 15-ю строчку рейтинга FIFA. Бразильцы шли на 2-м месте, однако матчи показывают, этот чемпионат непредсказуем. Лидеры Германии, Португалии, Испании и Аргентина уже уехали домой. Мы знаем, что сборная Бразилии – выдающаяся команда. Игроки выступают в самых лучших клубах мира. Мы надеемся, что нам удастся выложиться и проявить весь свой потенциал. Я верю в себя и в свою команду. Я надеюсь, что мы сыграем достаточно хорошо, чтобы продолжить мечтать, как мы станем чемпионами мира.